хорошая игра. Я думаю, всем понравилось. Обидно, что проиграли. Но позитивный момент единственное, что одно очко взяли. В третьем периоде это соперник настолько активен был, или мы целенаправленно откатились в оборону? Не, мы не откатились. Ну, принцип игры такой, если ты ведешь в счете, то команда, которая проигрывает, естественно, добавит агрессии, там, знаете, давление в атаке. Но опять же, нужно уметь не позволять делать это сопернику. Потом что еще? Ну, есть. А, его, да, и как бы. Ну, одно удаление, как бы там окей, там. Я даже не помню, там, что было, если честно. А второе, там, шестером выбежали. Не должны такого допускать. Ну, выстояли, все хорошо, и также вели 1-0 в счете, но, к сожалению, они забили. Можно сказать, что вот после этого немного устали, и вот этот момент стал ключевым, что пропустили гол вот сразу после этих двух удалений? Да не, мы почему устали? Ну, все молодые ребята там, все готовы физически, не в этом причина. По вашему голу такая гроссмейстерская пауза, метили исключительно в девятку, все как задумали, так и получилось? Ничего не задумывал. На паузе там убрал перед собой игрока и, ну, и бросил. Ну, бросил, естественно, верхом зашла. После Кубка Шпенглера как входите в игровой ритм? Насколько тяжело вообще в физическом плане сейчас? Ну, тяжелее было, на самом деле, позавчера первую игру. Так что там сок там где-то неделю не играли, а сейчас нормально.